Здоровье с доставкой. Сегодня мобильная бригада Республиканской детской клинической больницы провела выездной прием маленьких пациентов в Марпасадском районе. В медицинский рейд отправились специалисты узкого профиля. Как относятся местные жители к так называемой мультидисциплинарной помощи, выяснял Рифат Фаткулин. Он какой молодец, даже рот краем широко. Вот сейчас. Для родителей маленького Ильи приезд врача из Чебоксар стал событием действительно долгожданным. У мальчика признаки воспаления аденоидов, а специалиста, который смог бы осмотреть его, в городе нет. Для того, чтобы попасть на прием, приходилось ездить в столицу и часами простаивать в очередях. Мы пришли к лору. Вот сейчас собираемся к иммунологу. У нас таких специалистов здесь в районе нет, поэтому действительно очень удобно. Ну, поставили диагноз, к сожалению, очень хороший, но будем лечиться. Врачи Марпасадской районной больницы отвечают за здоровье более 3500 детей и подростков. Невролог, отоларинголог, гастроэнтеролог, кардиолог. Сегодня целая бригада узких специалистов принимала юных пациентов с самого утра и до позднего вечера. Мы сегодня приехали к аллергологу на прием. Ну, как бы у нас плановая каждый раз. И очень удобно, конечно, когда они сюда приезжают, там как бы добраться легче. И удобно нам приехали быстренько раз, показались. Младшие дочки пришли на прием к гастроэнтерологу. Состоим на учете у гастроэнтеролога. И каждый год раньше ездили в Чебоксары на прием. В этом году вот нас пригласили сюда, мы очень рады. Одних консультируют, другим дают направление на более серьезные обследования. Выезды мобильных бригад в районы регулярны. Только в этом году специалисты посетили 24 сельских медучреждения. Детей мы заранее специально готовили, выбирали, кому оказана необходима консультация, чтобы скорректировали нам лечение детям, дали рекомендации. Каждый специалист намерен осмотреть примерно 15 детей. Жалобы разные, но в основном идут с неуточненными диагнозами. Чаще всего аллергические заболевания, неврологические заболевания, потом заболевания органов пищеварения очень часто выявляются. Я думаю, пациенты маленькие наши и родители довольны выездом республиканских специалистов, потому что им, во-первых, не надо ездить в Чебоксары, не надо тратить даже деньги, не надо тратить свое драгоценное время, не надо толпиться на транспорте. В очереди в Чебоксарах. За этот выезд медики осмотрели около 90 детей. Очередной прием мобильная бригада врачей проведет в Маргаушском районе. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.